Yeah.
Вернулся.
место работы уже совсем не уважает. Можно было исчезнуть. Я найду лучника. Стрелы, стрелы! Я иду за тобой. Здесь никого. Лучник, вон там!
Эй, есть кто-нибудь? Я найду лучника! Никого? Я знаю, за лучником! Куда можно было исчезнуть? Я иду за тобой! Лучник, вон там! Здесь кто-то будет. Мне... Я здесь.
Здесь меня могут заметить. Птица, возможно. Но я проверю. А? Ты что здесь делаешь? У тебя нет... Thank you.
Как не знал!
Рысь что-то чувствует. Должно быть, в пещере кто-то есть. Я знал, что ты не рысь. Слышал шаги. Двух ног. Не четырех. Ты серьезно ранен? Эти рыси оказались опаснее морских окуней. Поможешь охотнику вернуться домой к жене? Попробую помочь. Слава богам. Она в гавани Скандея. Расскажи о жене. Да, еще рысь. Только я этого не говорил. Что я получу в обмен на помощь? Мой лук. Мою гордость и радость. Я продал почти все, чтобы купить его. Ты сказал, что ловишь морских окуней. С чего ты взял, что справишься с рысью? Знаешь китерского морского окуня? Их даже рыси боятся. Если хочешь поохотиться, на юге рыскает ужасный зверь. Я хотел привыкнуть к луку и выследить его сам. Ужасный зверь. Надо бы взглянуть на него. Ты потерял много крови. Если ты хочешь попасть домой, нам пора. Кровь. Ее так много. Эй! Я тебя слышу! Сюда! Я весь в крови. Помоги! Прошу. Помоги мне вернуться в гавань Скандея. Кровь. Ее так много. Эй! Я тебя слышу! Сюда! Я весь в крови. Помоги! Все хорошо. Тебе нужна помощь, друг? Клиент кормит меня обещаниями. Нельзя же питаться только ими. Другим гетерам делают чудные подарки. Он обманывает тебя. С меня хватит. Столько обещаний, а я ни ожерелья, ни туники, я даже монетки не получила. Другие девушки смеются надо мной. И чтобы убить его, нужен наемник. Да, убей его. Ты не знаешь? Я обо всем позаботился. Плати. Я рада, что мы встретились. Вот, возьми. Рад помочь. Ты его жена, значит? Да, жена дурачка, к несчастью. Скучала по дурачку? Милый мой, ты жив? Ну, на ужин будет рысятина? Не надо о рысях.
Впервые вижу таких странных людей. Любовь вообще странная. Нужно смириться. Чудесно. Я оставлю вас. Хайре. Если меня тут заметят, будет плохо.
Ah!